И я с удовольствием предоставляю слово профессору Никоновой, которая сделает сообщение эффективной терапии сахарного диабета второго типа фокус на фиксированное сочетание препаратов. И я думаю, фиксированное сочетание препаратов – это то, что относится к такому светлому будущему практической диабетологии. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Глубоко уважаемые коллеги. Так. А у меня не переключить. Глубоко уважаемые коллеги, сахарный диабет по определению ВОЗ является проблемой всех возрастов и всех стран. Заболеваемость сахарным диабетом неуклонно растет, что вызывает озабоченность систем здравоохранения всех стран. И успешному лечению сахарного диабета способствует изучение патофизиологии гипергликемии. И на сегодняшний день известно, по крайней мере, 11 патогенетических факторов, которые приводят к развитию сахарного диабета. И роль эндокринолога – это своевременная постановка диагноза и правильный выбор препарата. А этот выбор на сегодняшний день достаточно велик, так как в России зарегистрировано 9 классов сахароснижающих препаратов с различным механизмом действия и с различной точкой приложения. К основным принципам выбора сахароснижающей терапии относится баланс между сахароснижающей эффективностью и безопасностью. Кроме того, важными факторами являются так называемые дополнительные эффекты, а именно влияние на массу тела, на артериальное давление, возможность применения при сердечно-сосудистых заболеваниях, при хронической болезни почек и так далее. И надо сказать, что для очень многих наших пациентов стоимость и доступность применения стоит отнюдь не на последнем месте. Итак, на сегодняшний день практически во всех алгоритмах специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, и в том числе в российских алгоритмах, верхнюю строчку монотерапии занимает приоритетный препарат метформин, и это не случайно, так как он действует на основу сахарного диабета второго типа, инсулинорезистентность. И вот пропорциональная доля сахароснижающего препарата первого ряда по данным американского регистра, и да, мы видим, что это метформин, и его доля не только не уменьшается, но даже и за последние 11-12 лет несколько растет. И вместе с тем мы знаем, что существует целый ряд заболеваний и состояний, например, ожирение, которое сопровождается инсулинорезистентностью, но при этом углеводный обмен остается в норме. Это происходит вследствие того, что гиперинсулинемия компенсирует инсулинорезистентность. И только в том случае, когда недостаточна продукция инсулина, происходит развитие гипергликемии, а уровень инсулина снижается. То есть понятно, что воздействие только на одно звено патогенеза, инсулинорезистентность, оказывается недостаточным. И это подтверждает исследование UKPDS, когда у пациентов, получавших монотерапию метформином, через 3 года уровень гликированного гемоглобина, целевой уровень гликированного гемоглобина был лишь в 44% случаев. И в дальнейшем, через 6 лет и через 9 лет, эта цифра становилась все меньше и меньше. И вот несмотря на очевидность интенсификации сахароснижающей терапии, несмотря на современные рекомендации и международные, и российские по интенсификации инсулина, сахароснижающей терапии, в реальной клинической практике мы наблюдаем иной раз некоторую так называемую клиническую инертность, и пациенты с уровнем гликированного гемоглобина больше 8 оказываются на монотерапии больше, чем 1,5 года. И так интенсификация терапии, какой препарат выбрать, безусловно, это индивидуально, это учет индивидуальных характеристик каждого пациента, но если мы посмотрим на
американский регистр и данные за последние 12 лет, то мы увидим, что чаще всего большая доля сахароснижающего препарата второго ряда приходится на препараты сульфанилмочевины. И хотя их доля за последние 12 лет все-таки снижается, они на сегодняшний день занимают почти 50% как препараты второго ряда. Но, как известно, существует, так сказать, несколько классов препаратов сульфанилмочевины, и какой же выбрать? Безусловно, это препараты, вообще вот сама такая как бы картина, она не удивительна, потому что препараты доступны, и они действуют на дисфункцию бета-клеток, и вместе с инсулинорезистентностью они как бы прерывают вот этот порочный круг, который ведет к прогрессированию заболевания. И вот данные ретроспективного когортного исследования, и мы видим, что через 48 недель применение препаратов второго ряда, а сравнивалось препараты сульфанилмочевины, ингибиторы ДПП-4, тиазолидин-дионы, мы видим вот эту разницу в продолжительности гликемического ответа в зависимости от препаратов второго ряда, и наилучшие результаты, они, в общем-то, как раз на сочетании метформина и препаратов сульфанилмочевины, и интересно то, что этот эффект сохраняется до 5 лет, то есть эффект в период наблюдения. И да, это неудивительно, потому что это сильные секретогены, и, конечно, они должны были вызвать вот такой положительный эффект. Но какой препарат выбрать? Среди видов нарушения секреторной функции бета-клеток выделяется недостаточность ранней фазы глюкозостимулированной секреции инсулина, и мы знаем, что у пациентов со вторым типом сахарного диабета практически отсутствует вот эта ранняя фаза секреции инсулина. Между тем, она очень важна, и вот физиологическое значение раннего пика секреции – это и немедленное подавление продукции глюкозы печенью, это подавление липолиза и секреции глюкагона, ограничение постпрандиальной гликемии и повышение чувствительности периферических тканей к действию инсулина. И препарат, который восстанавливает раннюю фазу секреции инсулина, повышает, в принципе, секрецию инсулина, снижает постпрандиальную гипергликемию, при этом не вызывает гиперинсулинемию натощак. Это препарат гликлазид, который в сочетании с метформином оказывает как бы взаимодополняющие эффекты и имеет дополнительные преимущества, то есть риск возникновения гипогликемии в таком сочетании минимален. Но при интенсификации сахароснижающей терапии увеличивается и число препаратов. А наш пациент – это коморбидный пациент, и он уже получает достаточное количество таблетированных препаратов. И вот при свободной комбинации препаратов число таблеток увеличивается. Это может вызвать снижение приверженности к терапии и повышение уровня гликированного гемоглобина. Выход из этой ситуации – это комбинированная терапия с использованием фиксированных доз. В этом случае количество таблеток остается, по крайней мере, неизменным. Приверженность к терапии возрастает, и уровень гликированного гемоглобина снижается. Фиксированная комбинация метформина и гликлазида – это отечественный препарат Глимекомп. Это очень удачная комбинация, поскольку, с одной стороны, метформин доказано снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, с другой стороны, гликлазид доказано снижает риск микро- и макроангиопатий. Глимекомп лишен недостатков традиционных комбинаций препаратов сульфанилмочевины и метформина. К таким традиционным комбинациям относят в первую очередь глибомет и глюкованс, которые в своем составе содержат глибенкламид. При увеличении дозы метформина мы вынужденно увеличиваем дозу глибенкламида, доводя ее иной раз до субмаксимальных и максимальных. Между тем, известно, что сахароснижающий эффект препаратов сульфанилмочевины наиболее проявляется при назначении половинной дозы, а максимальных суточных доз необходимо избегать, так как увеличивается риск гипогликемии. И вот в таких традиционных комбинациях при поддержании
содержании средней терапевтической дозы глибенкламида доза метформина оказывается небольшой, она оказывается неэффективной. Кроме того, существует разница между гликозидом и глимеперидом и глибенкламидом во взаимодействии с бета-клетками. Как известно, гликозид вызывает обратимую стимуляцию бета-клетки, при этом секреция инсулина происходит без избытка, и риск развития гипогликемии и набора массы тела он снижается. Как известно, к целям лечения сахарного диабета второго типа относятся не только достижение целевых значений гликемии и гликированного гемоглобина, но и предотвращение развития осложнений сахарного диабета. И в этом смысле уместно вспомнить уникальные свойства метформина, а именно снижение относительного риска развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом второго типа по данным исследований UKPDS, и тот факт, что метформин обладает пролонгированным кардиопротективным действием. Но и гликозид оказывает гемоваскулярные эффекты, противотромботический, фибринолитический и антиоксидантный. И вот эти данные подтверждаются данными датского национального регистра, в котором участвовали более 107 тысяч больных с сахарным диабетом второго типа. Из них 9607 пациентов уже имели острый инфаркт миокарда в анамнезе. Период наблюдения составил 9 лет. И в течение первых 3-3,5 лет пациенты получали монотерапию препаратами сульфанилмочевины или метформином. И мы видим, что именно гликозид ассоциировался с достоверно более низким риском сердечно-сосудистых событий, чем другие препараты сульфанилмочевины. Причем это касалось как пациентов с предшествующим инфарктом миокарда, так и пациентов без предшествующего инфаркта миокарда. И еще один интересный факт – это время до начала инсулинотерапии у пациентов, которые получали гликозид или получали глибенкламид. Вот это время инициации инсулинотерапии, необходимости инициации инсулинотерапии на фоне приема глибенкламида было практически в два раза меньше по сравнению со временем, которое было необходимо у пациентов, получавших гликозид. Кроме того, глибенкламид применяется только лишь на первых двух стадиях хронической болезни почек, и требуется контроль креатинина 2-4 раза в год у всех пожилых пациентов, а гликозид может быть применим с первой по четвертой стадии хронической болезни почек, и он тормозит непролиферативную ретинопатию. Известно также, что гликозид значительно замедляет развитие изменений интима медиа по сравнению с глибенкламидом, а толщина интима медиа является независимым фактором риска сердечно-сосудистых событий. Таким образом, глимекомб – это уникальная комбинация гликозида и метформина. При этом гликозид в составе глимекомба это 40 мг гликозида и 500 мг метформина. По сути, это единственный комбинированный препарат вот такого сочетания с оптимальным балансом гликозида и метформина, который позволяет повышать дозу метформина до 2500 мг. При этом сохраняется безопасный уровень дозы по сульфанилмочевинному препарату. Гликозид в дозе 40 мг определяет широкий диапазон титрации. Он безопасен у пожилых больных, и благодаря гликозиду не требуется контроль креатинина чаще 2 раза в год. И вот показания к назначению глимекомба. Это сахарный диабет второго типа при неэффективности немедикаментозных мероприятий и предшествующей терапии метформином или гликозидом, или же замещение предшествующей терапии двумя этими препаратами. И еще один препарат – глифармин пролонг, который так же, как и глимекомб, проходит полный цикл на территории России. Он выпускается в дозировках 1750 мг, и он биологически
биоэквивалентен оригинальному препарату и включен в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения. И буквально несколько слов о приверженности к лечению. Дело в том, что, конечно, необходимым условием для успешного лечения любого хронического препарата это комплаентность пациента. Пациент должен принимать препарат регулярно, он должен принимать препарат в определенное время, и он не должен принимать как бы повторную дозу препарата по забывчивости. И когда увеличивается число таблетированных препаратов и кратность их приема, то, конечно, вот эта приверженность к лечению снижается, и снижение приверженности на 10% приводит повышению гликированного гемоглобина на 0,1% и ведет к развитию осложнений. И, как показали исследования, приверженность к лечению значимо выше на терапии, фиксированной комбинациями, значимо выше при переводе с монотерапии именно на фиксированные комбинации и при переводе с раздельного приема на фиксированные комбинации. И в ближайшем будущем, в связи с известной многофакторностью развития сахарного диабета второго типа, вероятно, тенденция к более раннему назначению именно комбинированной сахароснижающей терапии. И, наконец, такой экономический аспект. По результатам долгосрочного ретроспективного когортного исследования было показано, что каждые 10% увеличения приверженности к сахароснижающей терапии способствует сокращению общих годовых расходов по стране на здравоохранение на 8,6%. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Вопросы, наверное, потом или сейчас? Как? Наверное, потом. Когда... Давайте. Тогда вы объявите мой доклад.